Радий представити координатора культурно-екологічного фестивалю «Чистофест-2017» Миколаївської області Олександра Єгорова. Доброго ранку вам. Спасибо большое, что с нами. Итак, начнем, точнее, продолжим уже разговор, который был несколько эфиров ранее. «Чистофест-2017». Напомним тем, кто не видел и кто не знал, когда же это будет происходить, эта акция. Акция будет происходить 29 апреля с 14.00 до 22.00 на Советской, на Нижнем БАМе. Это будет самый масштабный фестиваль не только у нас в Николаеве, но он также считается самым масштабным фестивалем, экологическим фестивалем на всей территории Украины. Охватывает, как я понимаю, все абсолютно области, и Николаев не стал исключением. А по поводу этого экологического маршрута, где будут активисты проходить и, скажем так, убирать, чистить город? Значит, чистка города будет, в общем-то, по каждому району, но центральная локация будет по акции «Зробимо Україну чистою разом» на пляже Намив с 10 утра. С 10 и, соответственно, по времени до которого часа, или как управиться? Ну, в общем-то, как управиться, но примерно до 12. А по поводу инвентаря, который получают или не получают участники, и, соответственно, как можно зарегистрироваться, чтобы стать волонтером? Инвентарь участники получают, мы предоставляем и пакеты, и перчатки, там, если грабли понадобятся, то есть все мы предоставляем. Зарегистрироваться можно в официальной группе в Николаевской «Зробимо Україну чистою разом» «Let's do it Ukraine» или в официальной группе «Чистофест 2017 Миколаев». Там есть специальные Google формы, и там можно будет пройти регистрацию. Те, кто не пройдут предварительную регистрацию, все равно могут прийти, да, и поубирать, и также на фестиваль потом с 2 до 10. По поводу самих приоритетов регистрации, будут ли какие-то, возможно, сертификаты, пожертвительные призы тем, кто будет убирать? Значит, пройдут конкурсы на самой уборке, будут на самом же фестивале, в 6 вечера будет открытие концертной программы, и там же мы будем награждать самых активных волонтеров Николаевской области, как по акции «Зробимо Україну чистою разом», так и по культурно-экологическому фестивалю «Чистофест». По поводу фестиваля еще, что, вот я так понимаю, что разные вот чуть-чуть это направления, да, что это, да, по каждому направлению, что из себя представляет каждый из них? Значит, у нас будет несколько локаций, несколько направлений. В первую очередь мы начинаем с детской зоны, это будет с 2 часов, потом с 2:30 до 3 у нас пройдет мини-фестиваль спорта, это приедут большинство наших секций николаевских, они покажут свои грамоты, кубки, там медали, что они заработали. Также будут показывать показательные выступления. Таким сюрпризом в этой программе у нас будет поход яхтсменов по Нижнему БАМу возле пешеходного моста. После этого также у нас с 2 часов начинается мини-фестиваль гастрономический, то есть еды. Также будут гладиаторские бои, мастер-классы, ярмарки. Будет потом выставка электрокаров плюс... То есть это все будет сфокусировано на соборной? Конечно. Так что, друзья, у вас есть возможность не только хорошо поработать над чистотой города Николаева, но еще и посмотреть на все новшества, которые предлагают организаторы в этом фестивале. Будем надеяться, что все пройдет как и планируется, погода будет хорошей, не так, мы, как наверное, сейчас, тоже очень сильно, потому что погода будет залог успеха. Спасибо вам большое за то, что проанонсировали. Друзья, берем участие, принимаем участие и, конечно же, регистрируемся по формам, которые уже проанонсировали вам сегодня в официальных группах ВКонтакте, я так понимаю, и в Фейсбуке. Да, ВКонтакте, Фейсбуке.